Рыночная капитализация биткоина теперь на $1 миллиард выше, чем у Deutsche Bank. Согласно CoinMarketCap, данные, загруженные в Reddit, указывают сумму $34 миллиарда и имеют тенденцию снижаться, в то время как биткоин уже практически оправился от вчерашних потерь. Тем не менее, как Deutsche Bank, так и биткоин продолжают сталкиваться с критикой со стороны средств массовой информации.